Всем привет, ребят, с вами как всегда Курик, мы продолжаем играть в Mars or Die. Так, у нас остались некоторые исследовательские кубики, которые нужно еще найти. Вон он там лежит, один. Но здесь я давай построю автоматического шахтера, наверное. Вот тут пускай стоит. Так, и естественно солнечную панель, соответственно, вот так. Все, теперь давай возьмем этот кубик. О, тут еще один можно построить. Ну, у меня, блин, 3000 кристаллов. Я думаю, что мне хватит. Поэтому я, наверное, не буду... Хотя, ладно, немножко заморочусь. Вот туда иди. Так. А, славный флаг. Офигеть, вот это название. Так. А, солнечная панель. Вот здесь ее втыкаем. Берем кубик и погнали. Потащили его. Потащили. Потащили. Там, по-моему, тоже какой-то пистолет. Да, там тоже какое-то улучшение на пистолет. Не знаю, последний это кубик или нет. Я надеюсь, что последний. Но на исследовательской... На исследовательской базе написано, что их должно быть 6. Может быть, это 6, типа, максимально можно сделать улучшений. А кубиков на этой карте 5. Ну, сейчас посмотрим. В любом случае, сейчас я этот кубик сдам, и будет уже видно. Так оно на самом деле или не так? Так, скидываем. Урон из пистолета улучшен. Нет, по-моему, не так. По-моему, все-таки должен быть еще один кубик где-то на карте. Вон он есть. Он где-то внизу. Блин, жалко, что я не могу никак прокручивать. Подожди, так, а я, получается, вот там не ходил, вот здесь вот, внизу. Наверное, там он и лежит, последний куб, где-то вон там. Ну-ка. Да, вон он лежит, он, в принципе, находится рядышком. Так что мы с вами сможем выполнить бонус. Вот, а, здесь как раз можно даже построиться. Так, автоматический шахтер. Оп. Ай, блин, я его не в том месте построил. Ну ладно. Надо было его ближе к центру ставить. Улучшение непонятно чего. Не видно. Тик. Два флага. Вот сюда мы его. Опа. Ой, подожди, вот сюда. Опа. Увеличивает потребление кислорода. А, увеличивает потребление кислорода? Может, уменьшает? Так. Турельки. Турельки нам сейчас нужны. Оружейные у меня есть. Автоматическая башня. Строим пятую. Сейчас, по идее, на нас должны уже начинать нападать. Когда я ее построю. Поэтому я думаю, что я сделаю не 5, я, наверное, сделаю больше автоматических башен здесь. Так, еще одну давай поставим. Вот тут. Вот. Не знаю, нападать будут только оттуда или где-то сзади тоже на нас будут нападать, не знаю. Переживите нападение марсиан. Написано сейчас. Я думаю, что я возьму лучше пацана другого. А, так, подожди, QE, во. Заправим его сейчас кислородом. Так, а как мне взять вот этого собака? А, вот. Теперь он будет за мной везде следовать. Опа, да, как я и думал, нападает с другой стороны. Нужно здесь тоже ставить автоматические башни. Так, подожди, солнечную панель для начала, а теперь автоматические башни. Так, одна... Вторая. Мест нету. Мест нету, где их строить. Так, еще одна автоматическая башня. Блин, ну три, мне кажется, мало будут. Надо еще как-то построить здесь еще. А, тут у меня стоит солнечная панель. Давай мы тогда вот эту сейчас сломаем. Уничтожение здания. Ух, нифига себе, вот это бомбануло. Так... Автоматическая башня. Вот тут одну поставим. И еще одну вот тут.
где-нибудь. Вот. Враг отсюда. А, все? Это и все. Я думал, их будет больше. Так все или нет? Выживите во время атаки марсиан. Кислородом заполняемся. А как их чинить? А, вот так вот. Я понял. На правую кнопку мышки. Я что-то не пойму, так на меня кто-то нападать-то будет или нет? Написано, что марсиане отступают. Так, а если выживете во время атаки марсиан? А, вот. Через 60 секунд. Это просто нигде не отображается. Приближается враг. Хорошо. Так, меняем персонажа. Ну, сейчас, значит, будут на нас нападать опять. Через 30 секунд. Что-то как-то долго. Что-то долго как-то. Давайте побыстрее. А может, я могу какое-нибудь улучшение здесь купить? Нет, не могу. Тут тоже ничего не могу сделать. Ничего. Вражеские войска на подходе. Ну-ка посмотрим, с какой стороны они будут на нас нападать вообще. Кислородом заправляемся. На карте тоже не показано, откуда на нас будут нападать. А, вон, вижу, бегут. А, и там бегут, офигеть. Здоровяк бежит. Жопоглаз. Жопогляз. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нифига себе их сколько тут. Офигеть. По две пули стреляют. О-о-о. Нормально. Ох ты жалкие марсианские креветки. Выносим, 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 выносим жопоглазу. Давай посмотрим, что у нас с той стороны. Ух, нифига себе, тут целая куча их. Все? Исследовательский центр потерян. Солнечная панель потерян. А, они, видимо, где-то по карте еще тоже бегают, да? И разрушают мои другие строения, которые у меня есть на карте. Скорее всего. Да, у меня исчезла вот здесь вот была одна... одна была такая... Меточка, которая на что-то указывала. Она пропала. Видимо, ее сломали. Враг отступает. Ну что, все или еще? Еще будут какие-то волны? Да ладно. Сколько ж мне их здесь нужно пережить? Давай, может, построим тогда еще турельки? Хотя они вроде как справляются, но мало ли что. Вдруг какой-нибудь босс здесь будет еще на нас нападать. Оружейная. Ой, блин, подожди. Автоматическая башня. Так. Где-нибудь, блин, где привод? Здесь она не втыкается, да? Через 60 секунд на нас уже будут нападать. Тут тоже, да, ее нигде не поставишь. Здесь только. Ну ладно, пускай здесь. Так, и с этой стороны тоже, мне кажется, надо немножко укрепиться, сделать побольше башен. Вот тут в центре не получится, да, наверное, никак. Даже если ее вот так вот развернуть. В эту сторону. А, вот как ее вертеть. Все, я понял. Я понял, как она теперь вертится. Но ее здесь тоже не поставишь никак.
Может быть, здесь? Нет, тут... Ага, блин, было можно. Во! Ставим еще одну. Где-нибудь. Так. Во! Ну что там, 30 секунд осталось до прибытия врагов. Вражеские войска на подходе. Та-да-да-дам, та-да-да-дам. Мне кажется, что лучше стоять, наверное, на помощи вот здесь, чем там. Потому что там турелей действительно очень много. А вот здесь вот как-то они стоят кучкой. Тут вот уже может быть проблема. Оп-оп-оп-оп-оп. Да не, они в принципе так спокойно выносят. Тем более они же у меня типа улучшены, эти турельки. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Мне кажется, что вот эти вот монстры, которые на нас сейчас нападают, это вообще самые-самые слабые. То есть, скорее всего, будут монстры, которые будут стрелять, которые будут... смотри, там еще какой-то среднего был размера тоже пацан. Ну, то есть, будут монстры, которые будут стрелять, возможно, будут кидать какие-то гранаты или типа того. Автоматический шахтер потерян. Где-то взорвали моего шахтера. Солнечная панель тоже где-то потеряна. Так, пойдем. Пойдем сюда. Блин, надо было, наверное, флагов таких понаставить. Славный флаг. Что-то он здесь не хочет ставиться. Хотя вроде как место есть. Да, здесь все, в принципе, здорово. С этой стороны все супер. Так. Ну, что там у нас? Славный флаг потерян. Это где? А, это вон там, наверное, внизу. Дай пройти. Ну, что ты встал? Славный флаг, да, вот эти два. Сломали два флага. Враг отступает. Так, ну и? До сих пор еще миссия не выполнена? Все, наконец-таки. Марсиан уничтожено 284. Найдено улучшение 6/6. Урон строением, да. Урон персонажам, да. Выполнено оживлений, нет. Миссия выполнена. Ну вот такие вот две мне дали медальки. Продолжить. Товарищи, храбрые сердца, вы воссоединились, и непобедимый отряд, и теперь победа... В непобедимый отряд, и теперь победа будет наша. Да она и так была бы наша, чувак. Рядом с вами есть боевая станция, вам нужно только найти ее, затем найти припасы, сброшенные нашими бесстрашными космическими пехотинцами прямо с орбиты. К сожалению, запрошенные вами два штурмовых танка были направлены на другие операции, но не бойтесь, у вас их будет еще больше, чем достаточно. Я хочу танк. Ожидайте дополнительной инструкции «Марс или смерть». Команда «Боб и Бин». Интересно, а будут у меня какие-то еще персонажи или нет? По-моему, в описании к игре говорилось только о двух персонажах. Поэтому фиг его знает. Может быть и будут, а может быть и нет. Фиг его знает, короче. Непонятно. Так, будем играть за вот этого. За Боба. Строим солнечную панель. А, подожди, у меня есть, в принципе, и мне ее здесь хватит. Ставим автоматического шахтера куда-нибудь вот сюда. А, так. Все, давай сходим, посмотрим, что это. Найдите базу, мне говорят. Так, берем тогда нашего пацана еще одного. Точнее, нет, подожди, мы делаем вот так. И делаем на F-очку. Вот так, берем нашего друга, нашего брата и пойдем сейчас... Двигаться дальше. Улучшений, по всей видимости, нету. То есть они все, они как бы исчезли. Я был прав, то что улучшение у нас всего лишь на один. На один день. Ну, то есть на одну миссию. Защищается щитом у нас вот этот пацанчик. Так, вот этого гада надо убрать. Здоровенного. И теперь этот куда-то убежал, гад вонючий. Где он? Вон он. Так.
идем, смотрим, что тут у нас есть. Нужно собирать кристаллы, я так понимаю, все, которые буду находить. По крайней мере, стараться их собирать. Оп, отлично. Так, вот этих тоже забираем, пацанов. Это какой-то... Ух ты, нифига себе, что он творит. Вот тебе, пожалуйста, стреляющий монстр. Вот здесь вот есть один кристалл. Я думаю, что вручную его собирать достаточно долго. Вот так вот, если. Поэтому я, наверное, этим делом заниматься не буду. Ну что, давай тогда построим здесь солнечную панель. И поставим добывающего шахтера. Панель и шахтер. Вот. Опа, у нас тут какое-то улучшение пистолета валяется. А можно, интересно, чтобы вот этот пацан, скажем, взял кубик, а я переключился на вот это... Нет, так нельзя. Ну, типа, чтобы он нес. А куда он побежал? Куда он убежал? Ты чё тут спрятался? Дружище, ты чё тут спрятался? Пойдем со мной. Так, нам бы кислородиком заправиться, поэтому давай мы, наверное, на базу сейчас с тобой вернемся. Тут что-то как-то быстро у нас с тобой закончился кислород. Давай мы сейчас вернемся с тобой, посмотрим. 550. Я просто не знаю, стоит ли строить улучшение сейчас. В принципе, 600 кристаллов у нас есть. Зайди сюда. Не, я думаю, наверное, не будем. Я лучше пока этот ящик с собой потаскаю. Мне все-таки нужно здесь найти какую-то базу. И там уже на вот этой базе будем тогда вот этот вот ящик исследовать. Бонус выполните менее чем за 12 минут. Мне кажется, вряд ли это у меня удастся за 12 минут выполнить эту миссию. Это только если делать все очень-очень быстро. Но очень-очень быстро никогда не получается. Получается всегда медленно, но четко. Да сдохни, говно. Так, вот этот кристалл тоже надо добыть, поэтому вот так вот скинем здесь. Поставим солнечную панель и поставим шахтера. Вот так. Так, хватаем эту фигню. Убиваем вот этих гадов, которые стреляют. Опа, добили, отлично. Так, теперь вот этих. Так, хорошо, там еще один остался. Вот, вот его надо тоже добить. Все, хватаем ящик и погнали. Кислорода уже почти 50%. Кристаллов не так уж и много у меня. Поэтому надо экономить. Опа, смотри. А вот она база, отлично. Она здесь, в принципе, находится-то рядышком. Режим напоминания ремонтировать привлеченные здания, меню взаимодействия с ними. Получите не менее 8 ящиков с улучшениями. Так. Здесь, скорее всего, нападать будут на нас вообще с разных сторон, как мне кажется. Так, вызываем солнечную панель. Строим ее где-нибудь вот здесь. Она у нас будет охватывать и шахтера, и турели. Шахтера вот здесь делаем. Он у нас тут все охватывает нормуль. Так, пацан, пойдем со мной. Пойдем со мной. Берем вот этот ящик с улучшениями. А, подожди, это не база улучшений. Это не база улучшений. Вот здесь, пожалуйста, почини вот это все. И давай мы с тобой построим базу для улучшений. Тяжелая, так, исследовательский центр. А, тяжелая орудийная турель какая-то там у меня была. А я могу как-то ускорить? Нет, никак, да? Никак. Вражеские войска на подходе. Да ладно, я ж только начал. Вы чё, блин? А с какой стороны-то будут нападать? Снизу, сверху? Блин, тут, наверное, нужно ставить эти турельки и снизу, и сверху, чтобы они четко оборонялись. Так, передовой двухствольный распространитель земной правды.
назначен для поражения крупных целей, менее эффективен для мелких противников, требует наличия солнечной экстранции и действующей оружейной. 280. Ну давай поставим по одному такому. Что-то как-то слабенько они отыгрывают здесь. Прям крайне слабенько. Ой-ой-ой-ой-ой. А, ну там, в принципе, чинят норм. Поможем, поможем, поможем вот этих вот раскидать гадов вонючих. Так. Вот теперь более-менее становится как-то интересно. То есть первые миссии, они были, я так понимаю, какие-то ознакомительные. А вот сейчас уже именно начинается какой-то трешак. Так, кислородный бак. Подожди, подожди. Лучше уничтожение здания. Кислородный бак. Славный флаг. Вот, славный флаг. А, подожди, здесь есть славный флаг. Тогда автоматическая башня. 160 ресурсов. Тут я ее построить не могу, а вот здесь где-нибудь поближе тоже почему-то не могу. Ага, вот. Тихо, тихо, тихо. Вот здесь где-то было можно ведь. Вот тут вот. Нет, что-то не хочет он тут никак строиться. Только если вот прям вот здесь где-то. Ну ладно. Так, нужен еще один. Автоматическая башня, еще одна. Нужна где-то вот здесь. Поближе. Ну вот же. О, отлично. Так, тут все. Давай теперь разберем. Подожди, а интересно, с вот этой стороны на нас будут? Да, мне кажется, что с вот этой стороны тоже на нас будут нападать. Вполне возможно. Вот как раз улучшение на турельке. Это хорошо. Это хорошо. Так, у нас у чувака заканчивается кислород. Все, турельки у нас улучшились. Ставим его здесь. А этого тогда возьмем. Так, ну здесь тоже, получается, тогда надо улучшаться. Нет, подожди, давай мы сейчас с тобой вернемся вот туда. А, там можно было построить добывающую шахту. Вот здесь. Мы ее сейчас тут и построим. Так, автоматический шахтер. Солнечная панель. Вот так. И сходим вот туда наверх. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. А здесь вот как раз-таки, видимо, тот самый проход, с которого на нас будут нападать. Вот отсюда, как мне кажется, и будут на нас нападать. 60 секунд. Через 60 секунд на нас будут уже нападать. Так, автоматический шахтер. Солнечная панель. А, блин, на башне уже не хватает ресурсов. Ладно. Интересно, сколько здесь вообще на этой карте ящиков с улучшениями? Сколько я их могу найти? А, вот есть рядышком один. Давай мы сейчас к нему сходим. Раз уж он прям здесь где-то находится рядышком. Но сначала надо построить турельки. На тяжелу не хватает, да? Надо 280, что было. Вот, теперь хватает. Построим здесь тоже такую тяжелую одну. Так, на маленький уже не хватит. Ну, давай тогда мы здесь сейчас тоже немножко покурим, постоим. Потом тогда отправимся после волны. Так, сколько там надо? 160? Ага. Так, вражеские войска на подходе. Надеюсь, справимся. Автоматическая башня выполнена. Это хорошо. Так, 150, 160. Отлично, ставим еще одну. Вот так. Так что, где там на меня нападают? Или пока нигде еще? Пока еще вроде как нигде. Автоматический... О, центр потерян. Где-то там по моим, видимо... Шарандашили уже. На тебе говно. Получай, 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 получай. Ну, с этими, в принципе, разбираются вполне себе нормально.
Так, хорошо, что не нападают вот отсюда. Хотя могут, как мне кажется, нападать вот оттуда. Могут. Враг отступает. Все, хорошо. Погнали дальше, тогда сходим вот туда. Где-то вон там, по-моему, был еще... Да, вон он еще один лежит, кубик. А, улучшение кислорода, это, насколько я понимаю. Так, вот здесь нужно построить добывающий шахтера. Добывающий, вот здесь. Вот, и запитать его солнечной панелью. Так, берем этот кубик. Куб правды. Тащим его к нам на базу. Ну, тут тоже можно было бы, в принципе, поставить шахтера. Ну, не знаю. Так. Вот он, исследовательский центр. Да, здесь действительно 8... А, это, подожди, прочность щита у нас улучшена. Но это вот у того пацана, у которого щит. Так, еще один кубик здесь тоже есть рядышком. Кристаллы потихоньку заполняются, их становится у меня все больше и больше. Уже 506, этого хватит, ну, намного. Не прям так ого-го насколько, да, но как бы хватит. Так, давай, забираем вот этот кубик. Вот туда его. Здесь строим тоже солнечную панель. И добывающего шахтера. Вот так, все, теперь хватаем этот кубик и бежим на базу. Улучшение, по-моему, для тяжелой турели, насколько я вижу. Давай сейчас посмотрим, изменится ли она внешне. Потому что я забыл обратить внимание на обычную турель, когда ее улучшал. Интересно посмотреть, улучшаются ли они, когда их улучшаешь. Вот, как она там выглядит. Но я, в принципе, запомнил, как она выглядит. Сейчас посмотрим, так же она будет выглядеть или не так же. Ай, блин, она развернулась ко мне. С другой стороны, по-моему, так же выглядит. Да, по-моему, так же абсолютно. Хм, ладно. Так, заполняем кислородиком себя. Я думаю, что стоит еще поставить турели. Блин, надо, наверное, поставить их со всех сторон, как мне кажется. Давай построим вот здесь. У меня, в принципе, есть на это деньги. Есть на это ресурсы. Ой, подожди, что ты берешь? Есть на это ресурсы, поэтому давай, наверное, с этой стороны тоже сейчас поставим эти турели. Чтоб они тут тоже хорошо отыгрывали. Вот так, 4 поставлю и одну здоровенную. Вот такую. Это здоровенная здесь не хочет строиться никаким образом. Слишком близко, видимо. Так, а если я отсюда отойду? Вражеские войска на подходе. Тяжелый... Ага, вот, могу. Все, пускай строится. Давай будем, наверное, ходить где-нибудь вот здесь, потому что я не знаю, будут ли на нас с этой стороны нападать. Там их, в принципе, раскладывают неплохо. Неплохо. Вот этому давай мы немножко кислорода, наверное, дадим. И обратно давай... Сюда его поставим, пускай чинит. Пока что нападают только с двух сторон. С тех, получается, сторон, где как раз такие были изначально турели. С остальных сторон на нас пока не нападают. Это хорошо. 4 улучшения еще осталось где-то на карте. Я думаю, что сейчас мы отправимся на их поиски. Ну, или, может, чуть попозже. Что-то как-то... Снизу прям нападают плотненько. Сверху тоже нужно починить. Вот это. Это не нужно. Вот эту нужно. Эту не нужно. Нет, все. Нападают плотно снизу. Сверху или сбоку никто не нападает. Так. Враг отступает. Ладненько, ребята, думаю, на сегодня выпуск тогда закончим. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Напишите в комментариях, что вам понравилось, и вы хотите продолжение, чтобы я продолжал. С вами был Корвит. Всем удачи, друзья. Всем пока-пока.